Всем привет! Сегодня разобрал один из своих пауэрбанков, чтобы посмотреть, какой в нем аккумулятор. По паспорту 20 тысяч мАч. Имеется две банки. Вот одна и снизу вторая. Значит, в каждой должно быть по 10 тысяч. В чем я сомневаюсь. Но меня все устраивает. Значит, имеется контроллер, заряд, разряд, 2 USB, подсветочка. Подсветка из 6 светодиодов. Очень такая, я вам скажу, яркая. И солнечная панель. Панель пластиковая. Сейчас я ее быстренько соберу. Но для начала закреплю вот эти вот два проводочка. Плюс-минус. Почему-то одного цвета. Как-то они здесь подвижные, чтобы при закрытии не обломать. Есть у меня немножко жидкого целлулоида. Сейчас я вот здесь капну. Оно прихватит немножко провод. И вот здесь. Сейчас быстренько подсохнет. И я его соберу. Вот оно, кажись, и застыло. Целлулоид растворяется ацетоном и очень быстро высыхает. Теперь мы это соберем. Это вот так. О, светодиодики горят, пошел заряд. Это так. Это сюда. Вот так. Вот так. Все защелкнуло, все замечательно. Пошел заряд от солнечной панели. Теперь проверим подсветочку. Два нажатия. Все работает замечательно. Отключаем. Теперь протестируем. Заказывал этот пауэрбанк больше 3 месяца назад. И вот только сейчас он пришел. Заказал сразу 3. 2 пришли вовремя. А этот завис на украинской почте. Так, енты мы подключаем то. Кнопочка. Приборы по нулям. Включаем нагрузку и вперед. Посмотрим разряд. Ставлю камеру на паузу. Через какое-то время включусь. Продолжаем наш тест. Прошло 23 часа 47 минут. Остался один индикатор. Значит, напряжение упало, ток упал, натикало 2750 мА. Отлично. На этом приборе натикало 3206 мА. Немножко больше. Какой-то из этих приборов показывает неправильно. Подождем еще немножко. Продолжаем наш тест. Прошло совсем немного времени, и питание отключилось. Сейчас мы посмотрим. Значит, пауэрбанк отработал 24 часа 3 минуты. Сутки, короче. Значит, что мы имеем? Напряжение без нагрузки. 4,8, 4,9. Нагорело 2776 мАч. А здесь 3238. Вот этот прибор показывает точнее. Лампочка в 1 ватт освещала помещение в течение суток. Если взять в 2 раза меньше, то работать будет в 2 раза дольше. Я думаю, жители Крыма оценят этот девайс. Вещь очень полезная в хозяйстве. Да, кстати, как себя чувствует фонарь? Нормально, еще работает. Как-то так летом нужно будет, когда будет солнце,
протестировать все свои пауэрбанки. А пока ставьте пальцы, ссылочка в описании. И всем пока.